Белорусская универсальная товарная биржа упростит доступ египетского бизнеса на белорусский рынок с перспективой наладить взаимодействие между предприятиями реального сектора двух стран. Во время переговоров стороны обозначили перечень товаров для взаимной торговли. В частности, в Египет планируется поставлять белорусские пиломатериалы, молочную продукцию, сахар, растительное масло и синтетическое волокно. А в Беларуси египетские полимерные изделия, хлопковую пряжу и плодовочную продукцию. Сегодня на биржевой площадке аккредитованы 5 резидентов Египта. Египта.